Я еще не видел ни одного человека, который смог бы выжить после встречи с Турелли в бункере, а ты сможешь уничтожить 5 штук. Да, без проблем. Привет, я Одер, я играл с Дейнер Survival, и снова линейка заданий рейдеров, но это уже вторая часть. Погнали, убить 5 Турелли в бункере Альфа. И я на своем шикарном байке, такой вот сломанный, но манер... Понятно. 5 турелей буду убивать, получается, на втором одна, на третьем одна и на четвертом. Аж 3 турели придется убить. Погнали. Для этого я 2 Glock 17 буду использовать. И обратите внимание, уже версия 1.16, только 4. Точка 4, только. Всего 5 турелей как раз таки будет. Я убивать буду именно простые. Можно было бы, конечно, на четвертом тоже всех поубивать, но не стоит делать, потому что слишком затратно. Там мощник, который еще плюются этими гранатами. Так, красный коридорчик. Ты изменился с последней встречи. Раньше не замечал вот эту балочку. Так, ну тут у меня кувалда по одному удару. Вот так, хлоп. Хлоп. Топ. Давай, еще 4. Вот раньше с одного удара можно было и ни один зомби тебя бы не задел. Раньше, получается, кувалда... Наоборот, зомби не так далеко доставали. Тихонько сзади подошел, сунул, да пошел. Чисто турель будем сносить, и остальные, может быть, в свободное время зачищу, и все. Так, ДЗшка, ты где мой? Вот так вот. У тебя сколько прыщиков, волдырей на спинке. Они зачем тебе? Так, ну и тут скрытно открывать двери. Вот так. Хоп. Минус головка. И на колени сразу. Тут, в принципе, можно сразу, конечно, лутать. Смотреть, что внутри. Может, глядишь, что-нибудь сверхъестественное выбил. Но нет, бутылки, это очень хорошо. Есть куда присесть. Так. И снова головка. Воу. Нет, не так красиво, как я думал. Ну все, следующую турель можно будет валить отсюда сразу на третий этаж. Турель. Здесь можно, в принципе, тоже попытаться как-то там без модификации сносить. Без модификации достанет. Одного глока без модификации хватает на 4 турели. Без модификации можно было бы, но это надо дальность подбирать, чтобы оно доставало. На третьем этаже гораздо проще в этом плане. Там есть бочка, то есть туда конкретно можно встать спокойно, и турель тебя точно не достанет. Забираю. Эту броню в будущем проапгрейжу. Сейчас сезон начался, я, получается, броню буду ушатывать на это. Так. Я могу пройти так, чтобы меня никто не тронул? Попытка не пытка. Ага, значит, я тогда до двери дойду. И будет норм. Норм. Вот так, побыть. Я не знаю, сколько времени на задание вообще потрачу. Можно было бы вообще в будущем просто-напросто... Если стабильно я бы зачищал бункер, то сейчас бы пришлось бы просто пробежаться и убивать эти турели. Я бы четвертый этаж тоже бы зачищал, убивал бы всех зомби и оставлял только турели. Потом база задания появилась, и круто, зашибись ведь. Не надо никого ждать. Так. Ну все, сейчас это активируем и валим отсюда к чертям собачьим. Второй этаж. Тут друзей, конечно, много осталось. Но на третьем еще больше. Особенно яростных гигантов, с которых красные талоны падают, да. Надо потихоньку АТВ собирать. Да вообще, у меня мало времени играть. И вот, например, сейчас утром у меня 2 часика есть на то, чтобы видео записать. И, ну, от силы 3, можно сказать так, видео записать. И за это еще время надо смонтировать, еще и загрузить на канал. Ай-яй-яй. И получается, что есть вариант... бросать ласдей, потому что на него тоже неплохо времени нужно будет, чтобы в сезонах нормально участвовать, да, понимаю, там. Ну, можно, конечно, в выходные все задания не сезона выполнять. Так. Ну, тут можно было с кувалду ударить и все.
Вот она, бочка. Пару бочек вот здесь стоят. Почему две? Ладно. Вот сюда остановимся, вот так. Если даже без модификации Глок, он достанет. И турели вам ничего не сделает. Вот это вот топ-место. Так. Тут, в принципе, я дальше проходить не буду. Мне нужен сразу четвертый этаж. Будет круто, если модификация, которая находится у меня на Глоке. Это, в принципе, топ-глок на самом деле. Да, если хватит одного Глока на все 5 турелей, то вообще будет сказка. Дело в том, что один плюс прочность там буквально несколько выстрелов добавляет, если я не ошибаюсь. Надо тест модификации смотреть. Я тестировал модификации на ивентовой локации, посвященной 2 года грел последний день на земле. И получается, там я протестировал Глок, М16 и УЗИ. Если хочешь, посмотри. Очень интересно, там я по мишеням стрелял, считал. Так, здесь ребята сразу будут за мной гоняться, так что скрытая атака здесь вообще, да, невыгодно, никак не получится. Ну, вот так вот постоять, подолбиться можно. Можно просто-напросто убежать за эту, за стеночку, и долбиться в стеночку. Так. Килла должно хватить. Оп. Давай. Потом вольтрюкать. Вольтрюкать даже с телефона легко получается. Если, естественно, телефон позволяет, он не лагает и тому подобное. Так, 2 раза подряд по 2 удара. Круто. Так. Тут ТТшка. И кто? А, 2 ТТшки. Хорошо. Для вас кувалда есть? На тебе кувалда. Оп, понравилось? Да? Ой, дружище. 8. Это много. О, как вы вовремя бьете. Извините. Буду после ваших ударов выходить. Приятно смотреть, как... 3 мужчины долбятся. Вау. На, 6 хп. Уху-ху. Я бы хотел бы подождать, когда у меня восстановится, но ладно. Тут неплохо гранаты падают. Там можно вообще 5 гранат вытащить. В лучшем случае, наверное. Так, тихонько сзади подошел. По спинке ударил, да пошел. Ой-ой-ой, куда-куда я супался-то? Так, все. Народ, идите ко мне. О, один вышел. Давай его спокойно увидим. Хотя, вольтрюк надо. Потому что хила я мало взял. Пока что еще хорошо идет. На тебе. Вау. Первый тесак сломался. Еще через турели пробежать. Ё-моё, это получается 4-й этаж, я почти сам защищу полностью. Вот так вот. Хоп, все. Где мой глучище? Так. Спокойной ночи, турелька. Что ты охраняешь у нас? Ой, у тебя ствол упал. Извини. Конечно же, приятно, когда ствол стоит. Так, здесь тесак. Снова. И снова волтрюк. Иди ко мне. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не так, не так, не так. А, это вообще пробивается. Ни хрена себе заява. Обнаглели совсем. Ну, хоть синхронно, я люблю. Я же тренер по танцам у них. Вот синхронно получается. Опа. Один раз синхрон пошел. Ты смотри. Ладно. Я тут их обидел. Немного. Кукушка, хп восстанови. О, вот так вот. Тихо, назад. Вот, собака. Вот теперь нормально встали. Хорошо. А, нормально, нормально, оказывается. Мой тесак длинный. Эти все моды я получил, получается, на старой ферме.
Два синих мода, топ-лесак. Я перестал трубами вообще пользоваться. Трубы у меня тоже в топ-модах. А именно это. Кость громила и рука с шипами. Так, вот здесь уже придется хиляться, а у меня ни хрена с собой не взято то, да? Ну-ка, покувыркаемся, попробуем. Так. Здесь есть аптеки. Аптеки хил. Аптеки есть. Ну, значит, 20 аптек я возьму, пожалуй, отсюда. А, долго восстанавливается. А, не, броня относительно крепко держится. Ждем. Получается, три турели я уже уничтожил. Думаю, пора. Тестировать не буду. Побежали. Воу-воу-воу, что за заял? Эй-эй-эй, иди сюда. Иди сюда. Драться надо. О, нормально, трон не достает, это хорошо. Подраться мы можем тогда. Пусть тесак у меня в руках. Тут 7 ломаю, остальное сносим. Окей, все, хорошо. Глока не хватит, так как нам уже дикого гиганта здесь носить, но у меня благо модификации. Вот половину. А, значит, одного глока все-таки хватит в топ-модах. Хорошо. Здесь я вот так ломаю, замедляю и потом в углу хожу. Так, все, 4 красных талона получили. Оу. Ты там тыкай, тыкай. Под клавиатуру залази, чтобы лучше открыть. Так. Ну все. Последние две турели, и можно вылететь сюда. Эй, найди их. О. У меня верного друга нету. Я хотел бы здесь побегать, пособирать все. Как-никак там. Где-то я понаполучал эти так называемые лакомства для собак. Это, если не ошибаюсь, когда и Новый год был или что-то в этом роде. Да, хватило бы Глока, если бы не яростный гигант. Вот такие вот дела. Когда какое-то событие было, я не помню. Вроде бы Новый год был. Там Санта, Грег и чувак на ферме. Вот с чувака на ферме как раз-таки лакомство для собаки падало. Ну, в принципе, я все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. Пишите комментарии, что думаете. Может, у вас есть идеи вообще какие-то. Всем бай-бай. Yes, the boat land. Oh dear.